Ну это шикарно просто! Вау! Сегодня суперфинал и все номера лучшие! Один из самых лучших и ярких проектов на телевидении – это то, что возвращает людей на телек. Все зависит реально от финала. Вам и не снилось. Не да нравится. И вообще, в принципе, всем. Это жаришка. Это суперфинал, супершоу, маска на НТВ! Это 18 за кадром. И раз. Ой, два. Вот так красиво. Право. Лево. Бум-бум. Я еще поговорить. О, как я еще задохнусь. Мы еще сейчас репетировать будем, волка. Оу, секси мами, оу, щит, оу, 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 у меня вообще одни слова. Аккуратнее идут, мои. Волк, я понимаю, вожак стаи, все дела, я чисто посмотреть, но ты не трогай. Эти треугольные штучки называются, это что? Конусы. Конусы? Вот эти конусы я не хочу обходить никогда. Ребят, давайте все, Тёма, все, уходите. Я хочу тебя спросить, да. Блин, ну как получилось, что сделали вот такой вот бомбический проект? Ну это что за шоу? Супер шоу, это суперсекретное шоу. Как говорит Филипп Киркоров, это что? Это король. Это жаришка. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Команда, костюмы, участники, песни. Мне кажется, просто все вместе взятое превратилось в одну большую жаришку, которая поджигает маленький фитилек руководителей других каналов и заставляет их думать, как быть. Оу, щит. Как потушить эту жаришку? А жаришку что? Не остановить. Молодец. Уже не остановить, потому что... Идет. Смотри, смотри. Это новый участник. Финал, только сюрпризы. Что? А где тебя пить? Я примерно понимаю, что. Да. Давай, ну-ка давай попробуем. Горячий чай. Чуваки там живущие, они не задохнулись в этих шарах, Я понимаю, им есть чем бедные. Ой, классные какие шары. Единственное, что их спасло, это то, что там есть дырки, и они слышали, как поет олень. Я попробую изолироваться, самоизолироваться максимально. О, вот в это мне надо лезть? Оу, щит, а ногами вперед или как? Можете ногами, вставайте прям ногами туда. О, пошел! Эх! Ощущение! В рот попадает! Теперь я чувствую, как себя чувствует хомячок, которого засунули в шар, чтобы гулять по дому. С нами король.
шоу-бизнеса, всего происходящего прекрасного у нас на площадке. Сам Филипп Киркоров, здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Выглядите шикарно, ну, как вы всегда. Тоже, я смотрю, подготовились к встрече со звездой. Да. Чуть-чуть постарался, да. Первый вопрос. Кто бы выиграл наше шоу, если бы Филипп Киркоров голосовал один? Я думаю, что победит сильнейший. Независимо от того, кто под маской. Знаем мы или не знаем. Догадываемся или не догадываемся. Да. Просто вот талант. Ну, это видно. Это же зрительскую любовь и зрительское мнение не купишь. Я такой же зритель. Вау! Самые крутые номера только у нас на суперфинале. Это супершоу, самое секретное шоу. Маска на НТВ. Ха-ха-ха! Все, заряжаемся. Раз, два и на три. Вау! Вы это видите? Это супер номер Олейна! Это супер финал! Грандиозно! Великолепно! Все по посибеле! Ребят, включите, пожалуйста, один раз музыку. Попробуем упасть в балет. Царь, проверь все матрасы сам сначала, попадай на них. Да. Мне жалко балета, не тебя. А, ну понятно, да. Ну не страшно. Ну, долго ты Ну как вам? Как вам? Стрёмно. Не очень-то падает со сцены, становится тяжело тихо. Всё-таки снимет такой больше. Интим, театральный. Самое главное поймать человека. Еще раз. Наконец мы узнали, кто же скрывается под маской оленя. Это наш режиссер-постановщик Андрей Царь. Слушай, живые есть? Вы так рухнули? Куда она голову засунула? Нормально. Все хорошо? Фу, все живы. Есть так. У Тимура Родригеса фаворит? Ну, наверное, да. Но я не буду называть его имя. Или ее имя. Это вы же думаете, как хотите. А можно просто назвать животное. Вот. Конечно, имя давайте не будем говорить. Скажу животное, и как будто не будет понятно. Доброе утро, добрый день, поговорите с нами. Здравствуйте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Огонь, номер один. Приготовились музыка. Обнимай меня, сказала ты, не уходи. Все. Знай, что нет моей вины. Я прошептал тебе прости. Олег, вам нравится наше шоу? Вообще, невероятно, лучшее шоу на Земле, и я хочу, чтобы оно не заканчивалось никогда. А оно и не закончится. Прекрасно. У нас очередные звезды номера. Здравствуйте. А что вы тут делаете? Вы танцоры, певцы? Вы бэк-вокал? Я понял. Это райдер Регины. Это свежайший из сашими, наверное. Регина, ну что за экзотика? Я так и знал, что она любит морепродукты, но не аквариумные продукты. Поражаюсь, какие номера красивые, какие находки, как столько идей, вот каких-то новых. Маска отличный проект вообще, очень нравится. Хоть мы очень устали, но очень нравится.
Ну, все номера красивые. Я вот когда пересматриваю, я понимаю, что, блин, класс. Да, работа была колоссальная, и я хочу от имени всех наших смотрителей, подписчиков сказать тебе большое спасибо за то чудо и синхронизацию всего происходящего на сцене. Ты профи, и мы рады, что ты с нами. Спасибо, Майк. Вообще, с кайфом. Эксперименты продолжаются! Я хочу сказать, что это шоу грандиозное, номера фантастические. Многие мечтают просто даже, чтобы артисты, чтобы у них были такие номера, как у тех, кто сегодня представлен. Да? Конечно, невероятный лев, невероятный олень, там, потрясающий волк. Ну, все номера прекрасные. Честно говоря, мне кажется, в условиях новой жизни, в новом мире, вполне возможно, что мы с вами станем свидетелями новых героев на сцене. Именно вот такие. Да, именно будут животные на сцене выступать. Понимаешь, да? Рекордсмены на данный момент – это шоу «Маска» с огромными цифрами, с высоким рейтингом, с высокой долей телесмотрения. А шоу все равно ради номеров, ради голосов, ради того, как люди выступают на сцене прекрасно, как бы, да, чтобы показать фантастические вокальные данные. Поэтому продолжайте нас смотреть, мы еще радуем вас. Это финальный инструктаж перед началом съемок самого финала. Будет грандиозно. Все по посибеле. Персик будет. Я бы предпочла всех на сцену забрать, если честно. Всех членов жюри и Филипп типа лучше. Я бы всех на сцену забрала, да? Выдувайтесь на песни. Да. Выстрел, выдувание и еще джинжис. Да. Все, давайте. Ура! И я бы хотела предложить такую глупость. Пускай снимут на раз, два, три маски все вместе. И кто быстрее это сделает, да, у кого быстрее получится. Дело в том, что вообще все классные. И попугайчик мне нравится. Такой хи-хи-хи-хи-хи. Попугайчик прям хочется, тоненький, хочется, да? Прям взять на руки его. Соскучились? Очень. А вы? Понимаю. Вы вообще без меня вот это не сможете. А как вам интересно, кто скрывается под маской? Хочется снять с него маску и наконец-то посмотреть, черт побери, кто там внутри. Гарик, подожди, еще же не спел человек. Ты же прям сразу. Вообще мне уже не терпится. А по-моему, вам, мальчики, хочется вообще не маску, а хочется раздеть этого попугая. Если там тот, кто мы думаем, так, кто мы думаем. То ты уже давно раздел, да? Конечно. Ой, моя маленькая, ой, хулиганка, хулиганка, не зря говорил, развратница такая, по глазам сиротка, а вот, да-да-да. Она готова снять. Я готова, она говорит, класс, давайте! Вау, первый человек, который так без сделал. Без грима, да? Давай! Нереальная! Уверенность в своей красоте, девушка. Супер. Давай, она же хозяйка бала. Дайте ей то, чего она хочет. Дай, давай. Ну что, продолжаем. Маску! Ну кто это, кто? Да кто это, красавица? Анна Плетнева! Ну конечно! Мы обожаем попугая, лайки за попугая все. Я не помню, какого? Фокус, помнишь? Магия. Так, Водолей. Оу, щит! Свободу попугаем! Свободу попугаем! Наконец освободили из плена маски прекраснейшую Аню Плетневу. Привет! Привет!
Я до конца топил за тебя, до конца. Рассказывай, как ты согласилась на попугая? Я с трудом согласилась, я тебе честно скажу. Более того, после первой программы, когда я упала в обморок, потеряла сознание. Реально это? Да, реально. Я сказала, все, я сделаю все, чтобы меня узнали. И на первой же программе всем сказала, я самый плохой попугай отечественного шоу-бизнеса. Не ожидала, что это всем так понравится и собьет с толку. На самом деле, этот проект дал мне очень много. Во-первых, он раскрыл меня как-то удивительно. Я узнала, что я немножко Алла Борисовна и немножко Филипп Киркоров. Одновременно. Во мне живет одновременно, да. Я вынашивала яйцо все 9 месяцев. Вот сегодня я его снесла. Я очень ждал эти роды, конечно, да, на 9-м эфире. Так что я надеюсь, что я сделала все для того, чтобы зажечь этот вечер. Праздник, феерия, настроение. Это борьба миров. С титаном. Борьба миров. Борьба миров, да, можно и так назвать. Народная артистка России Лариса Александровна Дойля! Я очень рада, что приняла участие в этом проекте, потому что здесь я раскрыла себя по-новому, я смогла спеть то, что никогда бы не спела. А благодаря проекту это случилось. Какой бы совет вы бы дали новым участникам, которые выйдут во втором сезоне в шоу «Маска»? Чтобы не торопились снять маску. Класс, большое вам спасибо. Пожалуйста. И любовь, и лайки миллионов наших зрителей. Кто больше всех достоин? Вот как ты думаешь, вот кто твой фаворит? Они все классные, но если прямо вот с маленьким перевесом в 0,0%, наверное, Волк, потому что это тот персонаж, который действительно маскировал свой голос, и его узнать, ну, в первых там 5 программах было невозможно. Вообще, да, вот супер секретно, супер секретно. Тогда будем также болеть за всех. Спасибо тебе, Слава, все забирай, спасибо, забирай. Вы. Все, Слава, вообще супер ведущий секретного шоу «Маска». Даже не сомневаюсь, что сегодня будет самое звездное выступление Волка. Волк, ты примешь эту розу, Волк? Ух, что-то не в духе у нас Волк. Наверное, Волк ожидал победы, но... Второе место в суперсекретном шоу – это прекраснейший результат, супер результат. Второе почетное место. Давайте понесем его на руках. Итак, наши жюри с Волка сняли маску, а мы с Волка снимем сливки. И с нами Карина Кокс. Вспомни самый курьезный случай на съемке. Был такой момент. Я однажды ехала в лифте со Львом. И потом мои администраторы сказали мне: «Карина, пожалуйста, надевай черные лосины». Я говорю: «Почему?» То есть Лев начал вычислять, да, где конечно, он видел эти лосины. Вам же нельзя это друг друга тоже знать, да? Да. Это было очень смешно. От имени всех наших зрителей ставить тебе максимальное количество лайков и сказать тебе спасибо. Какой у тебя за аккаунт? То, что ты очень крутая. У меня обычный MC Michael Fisher. Ну, у меня тоже обычный Карина Кокс. Вот именно. Подписывайтесь, ставьте лайки сами. Первое. Девочка. Потом идет мальчик. Потом долгая девочка. Правильно? Долгая. Да. Потом наоборот, про секс. Не спеши, да. Петрушки. И вот это с руками, вот здесь. Ну, все можно, понимаете? Это девочка. И уходим в приват для... и прям смотрим на них, чтобы вот это вот здесь все было. И понятно, чик. Приватик. It's a new life. Oh, be.
Девочки, на второй куплет. Красивенько, нарочито достаем ножку, кладем ребятам на грудь. Да? Пацаны, можно поцеловать как-то. Нашел второй припев. Поднимай ножки. А, снимай? Да, отпускай руку. Вот, вот это мы можем сделать? Да. Не садимся. Катя, снимай рубашку. Снимай рубашку с него. Рубашку через верх. Выбрасываем рубашку и ложимся. Финальное голосование. Мне очень хочется тоже узнать, кто же там за этой маской скрывается. Итак, победителем шоу «Маска» на НТВ становится... Поверили в меня, предложили поучаствовать в шоу. Я с огромным удовольствием согласился. Огромное спасибо Наташеньке. Спасибо большое постановщикам. Андрей просто настоящий царь. Я вот ему сказал, я говорю, Андрей, ты царь. Потому что благодаря ему такие номера, таких номеров в моей жизни еще не было никогда. Боже, это кайф, это просто кайф. Вот он, победитель, супер крутой, самый секретный, но уже самый первый победитель первого сезона шоу «Маска» на НТВ, Анатолий Цой, красавчик! Спасибо, спасибо огромное. Поздравляю. Ну, зато естественно, знаешь, это маска снимает. Я каждый раз тебя видел, конечно, этот, думаю, как бы не спалиться, майк идет. Вот он, король всех зверей и чемпион нашего проекта «Маска». Уже неповторимый ни в коем случае. Анатолий Цой! Ей, я тебя поздравляю, это было круто. Это было просто феерия. Каждый твой номер – это просто сахар. Я не знаю, это столько эмоций разных, такой контраст. Как ты это сделал? И ты что, скрыл еще и под маской? Что ты за человек? Расскажи мне про свои эмоции и участие. Если вам по телевизору кажется, что это все очень легко, поверьте, это очень сложно, потому что первое, в костюме ничего не видно, ничего не слышно, он безумно тяжелый, даже сейчас я стою, у меня вот каркас на спине, он очень тяжелый, тяжело дышать, тяжело ходить, тяжело танцевать, и это колоссальная работа, и за что огромный респект всем маскам, всем участникам, которые участвовали, потому что у некоторых были вообще сумасшедшие костюмы, я вообще не представляю.
представляю, как они были в них, потому что у меня, по крайней мере, ну, понятная форма тела. Человекообразная, да, да. Понимаешь, там были мороженка, там были всякие персонажи. Я не представляю, как они эти костюмы носили. Поэтому я думаю, что этот проект покорил не только мое сердце, но и каждого телезрителя. Поэтому он будет жить. Ждите точно второй сезон, это 100%. Ну, а всем участникам будущего проекта хочу пожелать, наверное, чтобы ваше исполнение было искренне и от души, потому что только так можно достучаться до зрителя, когда у тебя на лице маска. Вот именно. Ну и чтобы зафиналить это все красиво, давай твой коронный прием, как ты меня учил, помнишь? Как? Расходимся, ребят.